Якоппо Пация. Мешок с деньгами. Якоппо был главой семьи Пация и семейного банка. Сам он против Лоренцо Медичи ничего не имел, поэтому нанял 4 убийц-тамплиеров, чтобы они сделали все за него. Бернардо Бандини де Баранчелли ненавидел Медичи за то, что они изгнали его двоюродных братьев. Днем Баранчелли вел счета в банке Паци, а ночью убивал по приказу тамплиеров. Баранчелли был первым, кто нанес удар. Стефано да Баньоне известен своей жестокостью. Тамплиеры превратили его в профессионального убийцу. Баньоне ударил Лоренцо Медичи кинжалом в спину. Антонио Мафеи. В том, что Вольтерру разграбили наемники-флорентийцы, он винил Лоренцо. Присоединился к тамплиерам, чтобы отомстить. Именно Мафеи перерезал Лоренцо горло. Архиепископ Франческо Сальвиати. Мечтая стать новым архиепископом Флоренции, он пришел в ярость, когда Лоренцо встал у него на пути. Но тамплиеры были готовы утешить его. Это Сальвиати вел войска тамплиеров в город. Не обижайтесь, но мне показалось, что у вас нет денег. Эцио! Заходи, заходи! Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якоппо Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем днями напролёт. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично! У них нет таких средств, как у Якоппо, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются 2 частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно. Но если ты рассчитываешь победить этих бастардов, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке. Итак, Эцио, ты умеешь выполнять контрудар. Но что, если твои враги тоже это умеют? Обычно у них не остается на это времени. Громкие слова, плохая защита от мечей тамплиеров. Так покажи мне, что нужно делать, маэстро. Теперь уходи. Убирай уже, мне хочется выйти. Бен, а теперь еще раз. Гораздо лучше, а теперь еще раз. Браво! Давай еще раз. Еще раз, Эцио.
Отлично! Ты снова превзошел мои ожидания. Сеньор, мы нашли людей Якопа и готовы нанести удар. Передай моим людям ничего не предпринимать, не переговорив с Эцио. Интези? Будет исполнено. Эцио, отправляйся к моим наемникам. Возможно, кто-то из приспешников Якопо наведет тебя на след. Но будь осторожен, они поджидают тебя. Эцио, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты, Монотиция, говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Вабене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Я знаю как. Теряет бдительность. Погибнет. Все будет в порядке. А если он все-таки придет? Если это случится, я пойду дальше. Нигде не буду задерживаться. Только как же спать? Когда же спать? Где же спать? На сторожевой башне. Они решат, что я спятил. Они не знают. Да, я заплачу им. Какая разница? Им нужны только деньги. Всем нужны только деньги. Это хорошо для братства. И для меня... Так безопаснее. Да, да. Я попрошу, и тогда... И тогда я буду в безопасности. Мы встретимся, когда придет время. И я уйду отсюда. Свободно. В свое время. В свое время. Погоди, что это? Я что-то заметил. Опять какой-то мерчинарий шпионит за мной. Нет, нет. Это просто нервы. Тяжело сохранять спокойствие, зная, что он ищет меня. Я не должен отвлекаться. Скоро все закончится. Скоро. Объявление от гильдии каменщиков и скульпторов.
связи с нехваткой камня, работа над раскреплениями портала Сан-Матео приостановлена. Будьте осторожны, проходя через ворота. Карне! Карне фреска! Граждане! Приказом сеньории Флоренции всем жителям Сан-Джиминьяно предписано соблюдать все стандарты печатанки денег, в том числе относительно чистоты металла и веса монет. Нарушителей ждет суровая кара. Всем членам... Ты! Ничего подобного! Я знал, что ты придешь. Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. Убийство, Мадре Санта! Вот этот славный герой! Ха! Куда? Он делся! Уводите родных домой! Заприте двери и не выходите! Салюты, Эцио! Антонио Мафеи укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафеи, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Будьте начеку и доверьтесь стражникам. Мы должны остановить его. Иди прочь, демон! Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум наконец обретут покой. Покойся с миром. Thank you.
Иди сюда, Эцио! Приносите больных и раненых. Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. По рукам! Стой здесь. Без малого век, и они простоят еще столько же. Не жертвуй своими людьми понапрасну. Что ты здесь делаешь? Батальвия! Здесь тебя ждет только смерть. Произошло? Уходи! Выходите, не бойтесь. Бойцы, готовьтесь! Ассасин рядом! Нужно открыть эти ворота. Вы вечно твердите об одном и том же. Где Якопо? Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Покойся с миром. Дайте ему уйти! Эй, мышка! Где твоя норка? Вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана де Баньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Помолимся, брат. На что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Подумай головой.
Но если это помогает тебе убить время, то, пожалуйста, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существование Господа? Это единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Судя по тому, что написано о нем в твоей драгоценной Библии, он точно... спятил, уж поверь мне. Да как ты можешь? Ты, кто носит одежду? Вот он! Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. За ним! Пожалуйста, что он убивает? Я тут ни при чем! Мы раньше не встречали. Это лицо... Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Тогда в списке появятся новые имена. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили. Угроза для общества. Он тут ходит. Привет. Чем вообще говори? Ну, это такое. Оттуда, Пизелли, пожали! Якопо, что вы с дружками задумали? В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры?
Воу-воу-воу. Аспета, аспета. Аспета. Воу-воу-воу. Зачем этот капюшон? Что он? Что-то мне знакомо. Помню это лицо. Но... Сколько людей виновны в смерти моего отца? Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог. Но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренцией по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, глазом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Хватит. Мы доверились твоей семье. Но взамен получили только ленивых неучей! Тебя призвали к ответу! А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас! Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Нет. Прошу. Не надо. Ха-ха-ха! Что не надо? Я все исправлю. Пощадите меня. Нет. Что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только послушайте! Да! Иди, друг. Усталости и страха. Покойся с миром. Salve.
Працы мертвы. Все до единого. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет, Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ – знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Да пребудет удача с твоим клинком. Внимание! В течение следующих двух недель в полях к северо-западу от города... Подходите, друзья, с тех пор, как открылись новые шахты, мои цены рухнули. Скип, скип.